Здравствуйте, друзья! Сегодня на обзоре у нас, да, вот такие ласты Славатек Египт. Я уже, у меня есть одно видео про эти ласты, я их назвал видео просто ласты Made in Egypt, потому что на самих ластах не указан никакой бренд. Вот, сейчас же мне, скажем так, попали в руки вот две, ну, две пары ласт этой фирмы, да. А вот, то есть весьма возможно, что в Египте они продаются еще под какими-то другими брендами. А вот весьма возможно, что каждая страна, каждая фирма выпускает их под какой-то своей, может быть, лейбой, не знаю, не буду как бы утверждать. Вот, значит, у меня есть сегодня на обзоре ласта, значит, будем по одной возьмем, значит, ласта 40-41 размер. Вот. Эту отложим в сторону пока. Вот, и вторая возьмем побольше. Это 44-45. Вот, то есть... На что обратим внимание? Сразу видим, да, то, что ласты большего размера, калоша больше и, соответственно, больше самолопасть. Значит, пройдемся сегодня по размерам данных ласт. В принципе, про сами ласты я уже рассказывал, нет смысла повторяться. Вот. Буквально, ну, как два слова, да, то есть в таких ластах я уже плавал. Ну, в тех, что предыдущих, что я снимал видео. Там был, единственное, был немножко дефект литья вот здесь на пятке внутри, из-за чего тут как бы прорыв был. Вот. А так, в целом, то есть, ласты показали себя, ну, как бы, очень надежными. То есть, достаточно такие устойчивые к износу, да. То есть, вот мы видим их, они поцарапанные об кораллы, вот как бы такое. Но в целом нигде, то есть ничего в плане ломкости там какой-то вот, то есть как вот некоторые бывают такие, то есть что слишком ломкие, вот, то эти нет. Эти ласты, они достаточно надежные и можно их брать. А вот, значит, что хотелось бы еще по, ну, по опыту эксплуатации, то есть они достаточно узкие. То есть вот по размеру они вроде как относятся к средней категории, да, такой, вот, к 60-ке, я так думал. Но вот сегодня буду делать замеры, вот, то есть реально они немножко меньше и, соответственно, уже. Ну, то есть именно вот мой размер, да, 40-41. Значит, теперь давайте пройдемся по параметрам. Вот, замеряем разницу, посмотрим. Скажем так, разницу в калоше и разницу в лопасти, да. Так, значит, берем 40-41 ласту и замеряем ее по центру. Берем, значит, вот сюда. Так, что мы тут получаем? 56 сантиметров — это вот длина полностью данной ласты. Так, ширина в самом широком месте, считайте, 18 сантиметров. Вот, то есть 56 на 18. Давайте еще по калошке. Вот, то есть тут в принципе написан 40-41, оно где-то так и есть. Вот, но скорее даже на 40-й. То есть вот, в принципе, если до сюда мерить, вот как оно там по литью видно, да, 25 по стельке где-то. Вот, конечно, тут есть куда пальцем выходить, но может кто-то чуть больше оденет. То есть по стельке 25 получается, а по ширине достаточно широкая здесь. То есть, в принципе, у кого, ну, не очень узкая нога, то должно влезть тоже. Так, теперь посмотрим по большим. По большим это у нас 44-45. Я не знаком с такими размерами, реально там сейчас померяем, посмотрим. Так, значит, ребята, вот эта ласта, да, вот эта ласта, вот она получается вписывается, да,
60. Вот так. И здесь у нас, вот здесь уже поинтереснее, в самом широком месте у нас сколько? Ну, 19,5 получается. Так, то есть вот эта ласта, в принципе, вот есть, ну, сама лопасть, да? То есть вот здесь лопасть уже такая более-менее интересная. Но единственный размер, конечно, уже тогда, то есть. Так, и по калоше, давайте глянем по калоше. Ну, у нас по калоше получается 27,5. Не знаю, это плохо видно, наверное. Ну, вот где-то если упереть, вот я же говорю, 27,5. Вот, то есть 27,5, не знаю, какой это размер, 44, 45, то есть, я так понимаю, что они идут, ну, как бы размер тут чуть-чуть завышен, да, то есть цифра. То есть, скорее всего, вот это идет, ну, до 44, наверное, 43, 44. Вот здесь же, скорее всего, 39, 40, может, как-то так. Вот, то есть, еще какое различие, немножко, видите, в этой ласте лопасть как бы более прозрачная, здесь она такая более белая, как бы. Вот, чисто визуально даже цвет отличается. Вот, в целом выполнение ласт достаточно, ну, такое, неплохое, то есть правильное все. Единственное, ну, вот какие-то там такие мелкие заусенцы, еще что-то. Ну, это такое, это литье, то есть тут оно на, как скажем так, на конструкцию не влияет, да, то есть залита калоша, видите, вот хорошо во всех местах, вот. То есть эти ласты тоже вот достаточно вот поцарапаны в нескольких местах, но, опять же, на функционал это вообще никак не влияет, то есть данные ласты, они являются надежными, вот, и, в принципе, достаточно эффективными, то есть, как для пляжных ласт, я имею в виду. Вот, вот такие ласты, вот такой вот небольшой обзорчик. Все, всем спасибо, до свидания, всего доброго.